Малукская креветка-фильтратор. Довольно-таки крупная креветка. Значит, возможно содержание в аквариуме с какими-то равноценными по размеру рыбами, например, как меченосы, малинезии. Единственное, что должно быть достаточно укрытий, потому что когда линька, то любая гупешка может съесть. Тело мягкое. Вот. Ну, видно, что с ног раскрываются такие как бы зонтики. Вот. Как нитчатые. Сквозь которые проходит вода. И вот все частицы, которые в воде, как бы осаживаются на этом зонтике. После чего креветка их поглощает. Вот в правом нижнем углу видно, значит, в центре эти зонтики. Вот у нас, значит, в аквариуме с хорошим течением сидят. Вот. И почему-то на помпе. То ли потому, что через нее течение проходит. Самое оптимальное место. Но, тем не менее, вот видно, вся губка ими облеплена. Вот. И идет процесс фильтрования вовсю.